Друзья, у нас новая боль. Это Изабелла, котенок из Домодедова. И девушка привезла его, совсем молоденькая. Ребята, таких звонков мы получаем очень много. И вы себе не представляете, как трудно сказать «нет». Чаще я говорю «да», потому что добрых людей очень много, а опыта у них нет. И люди рвут себе сердце, и от отчаяния бросаются куда угодно. Я считаю, что в таких случаях, ребята, отзываться надо. Как бы трудно нам ни было, отзываться надо. Мы люди. Мы должны не только помогать друг другу, но и спасать животных. Ребята, где наша гордость? Куда катится человечество? Сбить ребенка и бросить его на дороге? Так поступают нелюди. А еще, ребята, очень здорово то, что совершенно молоденькие девчонки, молодое поколение не проходят равнодушно мимо, а пытаются спасать и помогать. Я очень благодарна Наталье, именно так зовут девушку, за то, что она привезла ребенка к нам. А теперь от имени Изабеллы, друзья, я обращаюсь ко всем вам. Наташа обратилась в клинику, и ей озвучили цену. 22 тысячи за вот этого ребенка, за то, чтобы оказать помощь этому ребенку. Ребята, это зверство. Это такое зверство, что дальше уже некуда. А ребенок плачет и ждет вашей поддержки, друзья. Моя родная, лохматая душа, такая далекая и такая близкая. Это все вы, ребята. Вы. Частички лохматой души. И сегодня я обращаюсь к вам от имени Изабеллы. Ну что, мои хорошие, спасем ребенка. И благослови Бог вас и ваши семьи. Да, здесь открытый перелом, ребята. Да, мой золотой, не бойся. Сейчас немножко отмокнет. Чуть-чуть отмокнет, немножко. Да, ребята. Так, все, к врачу едем обязательно. Отмокает. Сейчас отмокает. Тихо, малышка, тише. Сейчас отмокнет. Намочили, намочили. Надо, чтобы отмокло, малыш, потерпи. Потерпи, мое солнышко. Тихо, деточка, не пугай меня, а. Чи-чи-чи-чи. Ну что ж ты такая беспокойная, малышка? Тише, сейчас отмочим. Ну и что ты, моя золотая, стой. Что ты, моя хорошая? Сейчас отмочим. Сейчас все будет хорошо. Ты моя красавица. Все будет хорошо, маленький. Ты красавица. Моя маленькая. Тихо, тихо, деточка. Ой, ребята, здесь кошмар. Да, моя девка. Да, моя деточка, сейчас. Моя красавица. Все. Ребята, открытый перелом. Все, и врача. Ребенка срочно к врачу. Срочно. Расколото все. Лапку спасти не удастся, ребята. Это однозначно. Вот и все, деточка, да? Все. Перебинтовали. Все аккуратненько. Мазь наложили. Лапочку подвязали, чтобы она у нее не болела. Все, мы хорошие. Сейчас антибиотик сделаем. И все, ребята. И к врачу, только не сегодня. Все, ребенок поедет на операцию 100%. Ребят, ну вот скажите, у нас долги в клинике просто бешеные. Как нам спасать вот таких детей? Как? Скажите, мои хорошие. Китик кушать не стала, водичку не пьет, а молочко с удовольствием. Это не молочко, это сливки. Ребенка нет стоять, ну поэтому лег и пьет. Все хорошо.
специально постелила пеленочку, потому что вряд ли она сможет до горшочка дойти. Даже если под себя написит, ничего страшного. Поменяем. Малышку назвали Изабелла. Второе блюдце молочка допивает сливок. Сейчас я ее положу на место, и она будет спать. Я очень надеюсь, что она здесь пописает, а туда ляжет спать. Да, козленок? Да, мой хороший. Лапку я ей аккуратно перебинтовала, не туго. Но лапку обязательно поддерживать надо, это даже не обсуждается. Да, мое солнышко, все, напилась? Сейчас посадим на место. Я не ж ребенок. Ложись, давай отдыхай. Не может привыкнуть. Да, не бойся, детка. Ничего, ребята, она сейчас успокоится, она хорошо поспала. Сейчас покушала, сейчас она ляжет. И успокоится, и будет спать. Маленький. Внизу лежат щенки, она за ними наблюдает. Да? Все хорошо. Ложись, деточка, спать. На сегодня все. Укольчик сделали, так что все в порядке. Друзья, у нас встреча на Киевском вокзале. Я приглашаю вас всех. Такие встречи будут происходить каждый месяц, каждое последнее воскресенье каждого месяца. Число мы не указываем. Ребята, вы сами открываете календарь и смотрите. Каждое последнее воскресенье каждого месяца мы рады увидеть вас на Киевском вокзале с 12 до 15 часов. Удобно и вам, и нам. Нам все-таки добираться из Чехова 1,5 часа, поэтому стараемся как-то подгадывать. Не всегда угадаешь пробки или что-то остальное. И еще, друзья, поверьте, нам нужна любая ваша помощь. Лекарства, стройматериалы, тряпки, старые шубы, одеяло, покрывало, подушки перьевые. Ни в коем случае, ребята, разрывают, и мы плаваем. Поэтому, мои хорошие, на ваше усмотрение...